Госнефтекомпания Азербайджана «Сокар» ждет предложений со стороны правительства Греции для подписания договора о покупке акций в рамках приватизации греческой газораспределительной сети «ДЭСФА». По словам генерального директора компании «Сокар Энерджи Грис» Анара Мамедова, в июле правительство Греции внесло изменения в законодательство по инициативе министра энергетики страны. И это оказало негативное влияние на акции «ДЭСФА». Цена акций ДЭСФА понизилась на 40-50%. Мы готовы выполнить свои обязательства в процессе торгов, но на тех же условиях. Отметим, что 31 июля 2013 года Фонд по управлению государственным имуществом Греции одобрил сделку по покупке «Сокар» 66% акций газораспределяющей компании ДЭСФА стоимостью в 400 миллионов евро. В декабре того же года был подписан договор о купле-продаже акций и соглашение акционеров между Госнефтекомпанией Азербайджана «Сокар» и Греческим государственным фондом приватизации. Наша позиция очень проста. Мы говорим, что заинтересованы в процессе приватизации, но условия должны быть осмысленными с коммерческой точки зрения. Генеральный директор «Сокар Энерджи Грис» также отметил, что если стороны не договорятся об условиях сотрудничества, то есть вероятность, что госнефтекомпания Азербайджана откажется от участия в проекте. У нас есть и другие крупные проекты в Греции, например, ТАП, и мы будем продолжать их развивать. Этот проект очень важен для нас. Он успешно развивается и останется успешным в будущем. Греция оказывает нам полную поддержку в работе по этому проекту. Напомним, что 31% акций компании ДЭСФА принадлежит правительству Греции, а 35% – Hellenic Petroleum S.A. Роза Абрамова, Урхан Мамедов, Эльман Набиев, CBC.